творчество Николая Васильевича сложно переоценить. Новое поколение выросло на нем, и много еще вырастет. Оно не поддается времени и остается актуальным и на сегодняшний день. Гоголь считается одним из самых загадочных личностей истории русской литературы. Но исключительно загадочность Гоголя является мистиком его творчества. Платье, Оксана будет психовать на вакулу, я буду рад
Все мы счастливы, все мы довольны. Спасибо тебе, это огромное! Да не за что. Украл платье Оксаны. Ну, сейчас я ему покажу.